Вот это восьмой бой Марк Энтони Вилс, восьмой бой Владимира Кличко. Да, в этой часовой видеоленте вы посмотрите, поскольку еще есть бой один, 15 первых рейтинговых боев братьев Кличко. Это не последний показ. И я надеюсь, их будет много вот таких видео, репортажных фильмов о боях, которые проводят наши славные герои этих фильмов, которые они назвали «Двойной удар». Ну, вы знаете почему, понимаете это. Но сейчас у Владимира, по-моему, особых проблем с этим соперником не возникает. Хотя соперник тоже непрост. Он так поджарист, мускулист и подвижен. Но... То есть он схож, он схож с Майком Тайсоном. У него рост 1,85 м, точно такой же, как у Майка Тайсона, и весит он столько же, сколько Майк. Немного отличается работой, правда. Ну, это пока немного, у него есть потенциал, был. По крайней мере, сейчас он повержен, этот бой заканчивается победой Владимира. Будем надеяться, что мы с вами станем свидетелями еще многих подобных видеолент, еще более интересных поединков. А так оно и будет, несомненно. Итак, мы снова будем встречаться в видеорепортажах, видеофильмах, которые названы очень точно и метко, как эти удары, двойной удар. Итак, в этом последнем бою побеждает Владимир Кличко. Вот таким образом. И ставит точку, но я бы сказал многоточие.